специально наряженные юноши раздают воду, вот такую вот воду, и кофе. И кофе, дарлинг. Кофе? Да. Я взяла кофе себе. И воду тоже взяла. И вот женщины должны в гурудваре одевать головной убор. Вот так. Сари свою я повесила. Мужчины в гурудваре тоже должны одевать головной убор. Поэтому Саши собрал себе вот такой вот из платочка, сделал покрывало. Из носового платочка. А вообще у них в гурудварах есть специальные косыночки. И для женщин, и для мужчин. Вот они где прячут эти платочки. Зря он надевал носовой платок. Вот, пожалуйста, бандана. Давай я подержу. I help you, I help you. I do nothing. Ну, так-то краше, конечно. Вот как работают нормальные, правильные операторы. Снимают много крупных планов. Цветы, например. Правильно. Я была в этой гурудваре 2,5 года назад. Меня женщины привезли на праздник Дивали, его сюда пригласили. А я только приехала, ну вот эти женщины этого семейства, это бабушка с кинжалом и 2 невестки. А праздник Дивали очень красивый, праздник огней, вся гурудвара была в огнях. И я что-то, я не знаю, я пришла, и меня как торкнуло, я как начала рыдать. Ну, вернее, я старалась это скрыть. У меня слезы текли, текли, текли в гурудваре. Я села в машину, приехали домой. Там они, у нас комната была на 2-м этаже в их доме. И я побежала наверх, закрылась и плакала, плакала. Почему-то мне показалось, что я вспомнила одну из своих жизней из прошлых, что я была сикхом. Что я очень люблю эту религию, что я очень люблю эту гурудвару. Вот. Они испугались за меня. Прибежал вот этот пухленький, симпатичный юноша. Они его бэби называют. Он, что с тобой? Я говорю, все нормально, сейчас, говорю, пройдет. Но потом проплакалась, бабушка с кинжалом говорит. А на следующий день Саши говорит, я ее боюсь, говорит, с собой брать, я ее больше не возьму. Может, ее опять переклинит. Я говорю, ну я сама, наверное, тоже не пойду с ней, но говорю, а ты со мной сходи, пожалуйста. Он со мной сходил, и я успокоилась. Я забыла вот это то, что меня так пробило. Но я почему-то чувствую эту вот общность свою. Может, я чью-то любовь почувствовала, вот этих благородных сикхов, к своей религии. Может, это была правда моя прошлая какая-то жизнь. Но здесь мне все очень нравится. Даже их челмы. Жених Грум. Он живет в Канаде. Вот этот вот юноша в красной челме, в красивой. Невеста по-английски брайд. Субтитры сделал DimaTorzok.
Сейчас в Гурудваре только самые-самые близкие родственники. Вот сейчас пришли родственники жениха, грума. А потом уже вечером во дворце будет много народу. А пока только самые. И вон жених в красной шапочке, с такой саблей роскошной. Вот моя любимая бабушка с кинжалом. Маленькая вкусная закусочка. Gracias.
Да, церемония, конечно, трогательная. Я опять такая была на грани слез практически уже полились. И все-таки мне кажется, что что-то связывает прошлые жизни, потому что иногда бывают такие озарения, но не знаю. Иногда мне кажется, может, это и не мое, а чье-то. Но как будто такое вот пошло. Слезы потекли, и говорю, мне говорят, это не конец, это расстрел. Путь, значит, сильным. И вот надо посмотреть в интернете, кого там, их расстреливали, что ли, сикхов? Все-таки, мне кажется, я была в этой религии. Потому что не умом, а вот чувствами. Так она меня торкает. Аж мурашки по телу. Хотя я этим никогда не интересовалась. Слово «Гуру Нанак» я услышала 3 года назад. Видела эти челмы и все. Ну вот как попала в гурудвару, то да. То у меня как будто пелена с глаз. Люди выходят из церкви, церемония закончилась, нищие пытаются срубить каких-то денег, играют, какую-то травку предлагают. Я не понимаю, что это за традиции, предлагать травку. Ну, мне кажется, им сколько не дай, они, наверное, не уйдут, поэтому люди им тут особо и не дают. Так-то они вообще не жадные, щедрые.